Отборочный этап ежегодных военно-спортивных игр «Кайсар» прошел на базе Академии Национальной гвардии РК. Участвовали 84 старшеклассника из 14 школ города. Они соревновались в беге, преодолевали препятствия, демонстрировали навыки строевой подготовки, участвовали в военно-исторической викторине. Гран-при досталось команде гимназии-интерната для одаренных детей имени Абудус Мухамбетова. Золото у первого общеобразовательного IT-лицея. Второе место у команды казахской школы-гимназии имени Абая. Бронзу получили ученики средней школы номер 6 имени Кожебергена Жирал. Команда победителей представит СКО в финале военно-патриотических игр, которые пройдут в Астане со 2 по 7 мая.